Так, сегодня я кашу траву около памятника, около клуба. Здесь все заросло. Кашу я, конечно, естественно, своей косилкой. Так что, чтобы было не стыдно перед ветеранами и теми, кто воевал за нашу родину, кашу своей косилкой. Не было бы косилки, дергал бы руками. Вот такая трава заросла. Сейчас будем все это дело скашивать. Вот так. Цветы убрал в сторону, чтобы это все дело не мешалось. Сегодня 21 июня. Вот такой у нас памятник. 21 июня. Приходится косить. Ладно, начнем. Так, покосил я здесь около памятника. В памятнике скосил. У нашего здесь. Да. Такую картину наблюдаем. Люди ходят туда-сюда. Ну, сейчас обед. На обед пошли. Ну, а я здесь покосил. Полтора бачка сжег. Так вот. Здесь за бочкой поеду сейчас тоже на обед. Так, поеду на обед. Сейчас пообедаем. И после обеда съездим на берег. Посмотрим, как там идут дела сегодня. На праздники продвигаются. Так, солнцестояние 2018. Машины стоят. Здесь такие вот. Торговля уже идет. Торговля идет. Здравствуйте! Стульчики. Такие разные продаются. Стульчики хорошие. О! Что значит мастер? Что, брать будешь или просто интересуешься? Я просто интересуюсь. Вот. Хочу показать людям, какие мастера приезжают, торгуют здесь. Своим товаром, продукцией. Вы с Тевриза приехали? Не скажу. Хорошо. Далеко. Далеко, далеко. Да. Ну ладно. Так, здесь торговля фруктами, овощами. У меня дикоросы. Дикоросы, это да. Это не простые дыни, они на кедре выросли. Понятно. Да. Все понятно. Рядом с шишками. Шишка, дыня, шишка, дыня. Ладно. Кедровая дыня называется, сорт такой. Пойдем дальше. Так, здесь традиционно въезд закрыт. Стоит контролер. Здравствуйте, товарищ контролер. Добро пожаловать. Так, добро пожаловать. Приглашают нас туда. Так, ну, здесь традиционно занято все. Люди стоят, приехали. Отдыхают. Палатки, кафе. Ну вот, полиция наша, наша милиция нас бережет. Машины заезжают, заезжают, выезжают. Торговля идет.
торговые ряды здесь расположены. Подходил бы, спрашивал, чего вы продаете. Да, подходил бы, спрашивал, вот супруга говорит. Откуда приехали? Людям же интересно. Откуда? Продает. Что не надо, Настя? В рабочий момент, ты знаешь? Губы черные. Ничего не скажете? Ничего не говорите. Ветер задувает. Надо микрофон подсоединить. Здесь не особо ветер. Привет. Привет. Свечивает. Плохо видно. Надо не сюда снимать, а так. Тогда не будет отсвечивать. Мне не видно отсвечивает. Я тебе говорю. Слышь, купается. Холодная вода не препятствие для жарких людей. Вон как булькает. Как булькает. Очень. А там затопило песок, еще не это, не ушла вода. Ну, слабо уходит. Он проехал, там дорога что, сухая, что ли, машина? Да, там сухая, проехать можно. А, ну, когда на солнце снимаешь, тогда отсвечивается. Свалишься оттуда? Да-да-да. Работал с ребятами с кожей. О, и ты приехал. Твой трек, да? Ну, знаете, это...
тренировочные топоры в цепях. Тренировочные, они не металл, для того, чтобы не повредить себя. Единственное, что я вроде так сказал. Осел у нас здесь? Или нет? Нет. Я его как-то видела. Или я просто... его продала. Нет, говорит, а кому продала? А? Кому продала? А соседа там одному. А мне кажется, я его как-то здесь видела. Там, в загоне. Пахло. Ну, там один Стас осла, а один Артем. Не, но возле магазина на улице неделю назад, наверное. С уздечкой? А я не посмотрела, не знаю. Ну, наверное, Аська, не знаю, просто продали. Понятно. Сначала из бумаги все делалось, каждая частица по отдельности, а потом уже послойно наклеивалось, ну, все наращивалось, волосы вот были такие. Вот так, выстригалось все это дело. Мастер-класс. Больше месяца работы. Подозревающая лама. Да, это как медитация, постепенно с одного упражнения вы плавно перетекаете в другое. Главное чувствовать то, что идет изнутри, а не самому что-то пытаться придумать, потому что я вот один раз пытался сам что-то придумать и получилось. А когда вот постепенно, через 10 минут, каждый раз вы увеличиваете скорость и разнообразие само приходит. И будет интересно достаточно. Здесь я вот покрутил, опасно здесь вылетел. У нее полный вылет 2 метра. Ну, то есть, если вот так держаться за этот край, а этот полностью отпустить. Ну, 2 метра вылет, можно прыгнуть. Сделать больно. Грибами огурцы малосольные. Да, грузди, боровик. А картошечка сколько? 30 рублей. А вместе с друзьями 82 тарелочки. Я молчу. Да ничего. Что наш теряется-то вот? Пришли картошки, наварили, мундире. Музыкальные инструменты. Нужны музыкальные инструменты. Пойдем дальше. Грюкофоны. Задание. Свечи. Спасибо. Мы здесь живем. Мы знаем. Но. Да ладно. Раз такой. Пополоскал. Леденцы. Вылезает. Ну, смотрит. Вот как засунул, прям на красные носки. Красные, прям такие прыщи полезли. Я говорю, что ли, он там не знал, что делать с ногами. Рассказывал. И рядом на берегу такие. Ну, быстро. Радуются, купаются. Вон, товарищ. Видишь? Как учеба в городе? Нормально. Лучше, чем в деревне? Это ты прям вот все вот. Она в городе? Да. Знаете, что это? Клавун называется. Это дерево, обкатанное водой, выброшенное на берег. А я уже там что-то увидела. Вот, допустим, тоже вот это вот уже выброшено. Коряга была. Вот это ложечка. Абсолютно ее ничем... Здесь она еще вот как бы обгоревшая. Да, абсолютно ложечка. Ничем ее не дорабатывала. Ладно тебе. Тут габани, черпачки. Пар поддавать. Маловато. Мы любим побольше. Синих птиц я делаю, но на данный момент у меня их нет. Вы откуда приехали? Замуж. Такие неразлучные. А материал изготовления? Сосна? Это сосна. Вот это вот ель, которая уже четвертая жизнь пошла. Она такая современная. Это как? Сначала она была елью большой-пребольшой, потом она была крышей омского старого цирка.
Потом она коробкой у меня в доме была. Помните мультфильм про забаву? Она вот уже все такая-такая, а потом раз и сарафан. Ну а потом, когда окна наконец-то поменяли, она вот превращается в черпаки. Дерево, которое воплотило в себе очень много памяти. Четвертая жизнь у меня была. А это с чего? Вот? Это блюдо кедр. Ну да, гладкий. Хантейский. Тоже гладший идет. Хорошо. Девушка светила свой бой. Вот это сирень. Это яблонька. Сирень такая толстая. Да. Они делали... Вот маленькая сирень. Опоясывали. Где-то они есть? Да, ну, у меня кустарник здоровый, там я его решил в одно время повырезать лишнее. Ну да, она плодовитая еще. А игрушки с чего? С березы? Нет, это... Она опоясывала его рубаху. Курень кедра. И все в деревне знали, что все... Ну, короче, корень... Девки забита, парни... Поделки делали. Вот так, что вот как бы... Забрезков выкружил. Под стаканички. Сейчас бы опоясывать. Фактура красивая. Ну да. Главное, натуральный продукт. Ну, удовольствие, когда работаешь. Конечно. Сам любуешься красотой, запах. Интересно. Здесь тоже меня вырезали или были? Вчера не было. Вот это, конечно, можно. Здравствуйте. Это изделие из бересты? Нет. Солома? Ну, вот, чего виходки делают? Виходки с чего делают? Ну, не знаю, мочало. Это не береста, Вова. Не-не, ну это. Листья чьи-то. Чьи-то листья? Да. А там он написан. А, нет, это... Нет, болотного растения, рагуза. А, да-да-да-да-да, это с этого. Маши? Ну. Сергей из рагуза. Венечки. Да, уже прочитали. А что здесь должно брать с собой? Вяшки не стоили. Да, можно взять руки понюхать. При горении легкий, приятный медовый аромат. Знакомы с этим. Это прям с ващиной сделано. Да, прям. Делали уже? Мы занимались пчелами. Вот очень полезные. Горят очень долго. Ващина новосибирская, я смотрю, и она не хорошего качества. Нет. У меня нет. У меня не из Новосибирска. Качество очень хорошее, да. Ну, может быть, я давно уже, года три не держу, но раньше Новосибирская ценилась очень хорошего качества. Желтая была, пахла хорошо. В отличие от других производителей. Может быть, сейчас что-то... Ну, да. Что-то другое пошло. На чья не секрет, что ты не спросишь-то? А вот, кстати, вот это, наверное, с бересты. Ну, может быть, сейчас же и сами могут делать. Вальсы делают и катают потихонечку. Главное, воск. Потом что-то делать. Горя долго, 2-10 часов. Маленькие 2 часа, вот эти 3-4. В Омске, 5, это наш. 6,5, 8 и 10. Да, в Омске. Так вы воск принимаете? У меня знакомый делает. Вы хотите воск продать? Мы завязали общественные работы, очень много дел. Свободного времени меньше стало. А на них же тоже время надо. Следить за ними. Все, давай. Это не просто поставил домик. Дети же занимаются. Замечательно. Пока времени нет. Вот пойдем на пенсию, будем пчел держать. Домики не выкинули. И на пенсию. Ну, если доживем. Тут тоже. О. Здесь более оригинально, видишь, ручки резные.
Это кедр, обработан льняным маслом по старинной технологии. Сушим мы дерево минимум 6 лет. Молодцы. Кедровые, кедровые, береза, можжевельник, слива. Нет лака, нет краски, экологически чисто. Кошечки вот из кедра остались маленькие. Угу. Тоже можно кушать горячих. Бочонки под мед воском обрабатываем. Красота. Тоже из Омска? Из Омска. Вот визиточки, пожалуйста. Проспекты, все, смотрите. Понятно. Проспектики, смотрите. Что ты, Вова? Наборы такие вот. Ну что, подарочный, хороший набор. Да, подарочный, замечательно. Во-первых, все заряжено очень хорошо. Посмотрите, давайте. Ну, зарядить-то мы тут сами зарянем. Ну, да, да, разговора нету. Очень симпатичненько так. Здесь мазь и... Здесь все идет. Свечи, свечи в основном. Видишь, свечи? Вот, свечи продаются. Очищающие. А здесь набор с медом. Не проходите мимо, покупайте презент. Очень симпатично. С можжевельником для очищения пространства. С кедром, сибирским кедром для материального. Так, сейчас у нас все заматериализованы. С корицей. Видно. С корицей для материального. С полынью. Почитайте, почитайте. Все сделано с любовью. 1000 рублей за вечную мудрость и молодость. Можете передавать из поколения в поколение. Мудрость. Все это делают наши земляки. А да? Откуда? Мы отсюда. Омские? Нет, мы куневские. А, омские. Ну, значит, а, мы смотрим, это Сергей Петров, да, кто-то вот сайт ведет? Александр Петров, да, сайт ведет? Ну, есть, но он не особо местный, он приезжий, но живет давно уже. А я в Новый год здесь как раз на концерт приезжал, мне знакомый здесь. Ну, а Новый год мы делали. У нас там Новый год здесь как раз были. Если вы были в Кобе... Мы с этих болот. Если все приезжают, то мы эти, с этих болот. Правильно, с этих болот. Да, когда начинают люди говорить, мы оттуда. Мы все с одного болота вышли. Да. Но если вы были в клубе на Новый год, то это мы делали. Ну, мы были как раз концерт про Бабы Ёжки там, где танцевали. Вы ездили на Горного. А вы Деда Мороза выступали, да? Ну, да. Ну? Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Полыночка. Пойдем. Красота за красотой. Вот это вот с бересты, он там, наверное, из заколки. Видите? Она что, умельца где? Не знаю. Там только Конышев вижу, и все. А? Мы выставились. Такие изделия. Угу. С чего это? Это из дерева. Это деревянные украшения, если ты сделаешь. И сумочек с мажеркой, на компьютере. Или кисточка, или и там значочек? На заготовке. Да, это броши, значки. А, ну. Берёшки, кулоны, на стенде здесь есть кулоны. Есть ко мне агаты с росписью, миниатюры. На дереве кулоны, комплект есть. Там сова красивая. Сова, тоже лаковая жилка с агатой. Интересно сделано. Ну. Так, пойдем дальше. Что-то стоят, скучают. Некогда скучать. Маловато еще народу. Да, ну, все разошлись по мастер-классам, кто куда. Завтра еще, наверное, будет побольше народу. Да, завтра побольше. Сегодня еще четверг. Ладно, пойдем дальше. У меня от глаза горный хрусталь. Вот он. Правильно. Это у нас нефрит. Он удача, слава, популярность.
Максимовна. Это у нас... Сейчас. Приехали в час ночи сегодня, вот поэтому я немножечко подтормаживаю. Это у нас бирюза. Тоже оттенок бирюзы, но вот на самом деле я сильно сомневаюсь. Поставщик вот ее прислал, какая-то она не сильно, естественно, не стал даже в большом количестве вывешивать. Если вдруг кому-то приглянется именно цвет, то пожалуйста. А так тоже не хочется, как говорится, людей обманывать. Вот есть гранат, например, камень любви. Ну, девушки иногда вот розовый кварц берут. Это, ну, примерно то же самое, что гранат, но только более легкий женственный вариант. 100 рублей. Он тоже просто трубу за 200 рублей. Нет, 100, 100, 100. 100. А нет, 200. 200? Все решено, берите здесь. Ну, просто я говорю... Повышайте цену, там конкуренты. Нет, бессмысленно. Почему? Объясню. Вот раньше, например, вот это вот горный кварц, то есть в свое время мы их покупали за небольшие деньги, то есть сейчас вот один такой кристалл, то есть мы продаем их по 150 рублей. Вот эти подвески, старая цена, так сказать. Да. Вот сейчас один такой кристалл стоит 300 рублей, мы поэтому перестали закупать большие кристаллы, вот, и вот перешли, покупаем нитку камней, они маленькие, ну вот мы их, как говорится, сыпаем в баночку еще куда-то и продаем, потому что, ну, это реально выгодно, это дешево. Для человека просто подходит, говорят, а есть, говорит, тот такой вот там какой-нибудь лазурит или еще что-нибудь, говорит, мавеша. Бессмысленно, это слишком дорого. Ой. Я думала, дождь идет. А это с крыши конденсат, скорее всего, на этого. Со вчерашний дождь, наверное. Нет, просто давно, с самого утра, нет, ну, здесь не бежал. Ямку скопил. Ставим. Полицию не будем снимать? Привет! Полицию. Ладно, пойдем. Нет, Тимку он снимает. Тимур! Тимур! Ты что, шашлыки продаешь? Правда? Что такой грустный? Что грустный такой? Пойдем шашлык. Возьмем шашлык. Я возьму. Молочного коктейля нету. Шашлык возьму. Точно не надо? Я говорю, у тебя съем, да? Не хочет шашлык брать. Смотри, какие аппетитные. Я тебе говорил, утром ешь мясо. Сковородки. А что я буду домашнее есть? А ты не стала? Вчера машина мороженым отсюда, наверное, шла. О, он мне еще и в тарелку, я думаю, просто... Тут железка стоит дороже. Знаешь, что сейчас металлолом стоит дорого. Тем да я не про железку. Держи. Спасибо. Главное, а, вилку забыл стоить. Я-то не продаю, они-то ушли. А? Я-то не продаю, они-то ушли. Ладно. Я только жаль. Там Настя тоже стесняется. Машину я не закрывал. А что ты? А что я не закрываюсь? Проверял людей на эту. Ну, здрасте. Я так не узнаю. Так не узнаю, да. Ладно. После обеда. Ну. Что, поедем? У нас дома дела есть? Угу. Ну, все, выключай, дай мне шашлык доесть. Все, выключаю. Доедайте свой шашлык.